Итак, давайте-ка еще разок это сделаем. Хоп. Ага. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами играем в Майнкрафт! А с вами я, ваш любимый бессменный ведущий Евгений Юджин Евгенюшка. Сейчас мы с вами, друзья, будем выполнять ваши задания. Я надеюсь, что ваше задание будет классным, потому что если нет, то я найду тебя. Ты, мелкий ушлепок. Я вылезу ночью из-под твоей кровати. Да, я знаю, где твоя кровать расположена. В каком именно месте комнаты она находится. Ссы меня. Я серьезно говорю, молитесь, чтобы задания были классными. Иначе я закончу выпуск прямо сейчас. Я не буду ничего делать, понятно? Все от вас зависит. Прямо сейчас оставь задание в комментарии и поставь лайк мне, чтобы я обязательно выполнил его. Иначе ни хрена не буду делать. Опа, Евгений, выпуск с угроз начал. Это нехорошо, нехорошо. Извините, друзья, простите, не уходите. Сейчас все сделаем, сейчас будет классно. Сегодня мы с вами, как всегда, выполним целых 3 задания. Ведь я совсем не шарю в Майнкрафте, как вы знаете. Поэтому вы обучаете меня, а я обучаю тех, кто смотрит этот видос, тоже нифига не шарит и не хотят этого признавать. Итак, первое задание на сегодня от Кулмена. Сделать огород, посадить картошку. Ладно, вы, в принципе, давно уже меня просите сделать какой-нибудь огород. Какой-нибудь огород. Огород я сейчас вам сделаю. Кстати, что-то у меня столько барахла не рассортировано, вообще нифига. Надо сделать новый ящик. Еще 2 сундука, пожалуй. А то и 3. Только вот надо как-нибудь очень грамотно расположить, чтобы было все хорошо. Вот так, например. И вот так. И можно прям их вот так. О! Огромный ящик мы сделали. А еще больше можно? Вот что, прям к нему вот так поставить, нет? А, не получается. Но тоже красиво. Давайте-ка посмотрим, как там он. Как там он внутри. А почему не открывается? Они не открываются. Окей, у нас, видимо, только один баганный ящик, который может работать на весу. Стоп, мы же можем здесь ящик впихнуть. Точняк. Раз, два. Почему он не... Он же должен собраться воедино, как трансформер. Еще раз. Раз, два. Во, вот это огромный ящик. У-ля-ля. Давайте все соберем здесь. И один еще вот здесь будет стоять. Во, прекрасно. Как вы заметили, я люблю, когда все компактно, минималистично. Кстати, у нас куча железа необработанного. Давайте его обработаем. Все, мы инвентарь освободили. А значит, пора приступать к заданию. Задание у нас сделать огород с картошкой. Но мы же не обязаны его делать сами, правильно? Мы можем позаимствовать чужой огород. Сейчас давайте подтырим почву. Ну-ка, постойте, мы же просто добыли землю. А мы можем из нее каким-то образом сделать грядку? Ну-ка, морковка. А как это так не работает? Стой, погодите, а если... Чё-то это не работает. Пока я еще не разобрался, что нужно делать. Каким образом мне сделать огород. И пока я усиленно думаю, я, разумеется, граблю чужие дома. Пока что я набрал только кучу сена и какой-то бумаги. И убил быка, разумеется. Стоп, сено и осел. Что-то тождественное, да? Давайте попробуем применить. Ты будешь сено или нет? Я его ударил сеном, прости. Ты ничего не видел, понял? Они не едят сено, а морковку? Морковку будешь? Да, ё-моё, ты теперь будешь плавать здесь. Ладно, поможем ему. Сможешь выпрыгнуть? Он не может выпрыгнуть. Сори, 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 сори. Ты можешь это сделать. Кажется, он не может это сделать. Что ж, мы сходили, чтобы заполучить немного сена, просто обычной земли, устроили потоп в деревне и испортили жизнь ослику. А, смотрите, торговец. Что будет, если я нападу на него? Что будет, если нападу? Я завладею его ламами. Стоп, что? Это харкающиеся ламы? Отомстите, они мстят мне? Ладно, надо возвращаться домой. Ладно, получилась бесполезная вылазка. Давайте верстак заюзаем. Посмотрим, может быть, тут какая-то грядка есть. Ага, я все понял. Мне нужна мотыга для этого. С помощью мотыги мы можем вспахивать землю. Сделать мотыгу. Что ж, давайте... А, аккуратнее, аккуратнее. Давайте выйдем к полю. О, смотрите, статуя утки. На очень-очень длинных ногах. Что-то я напутал с размерами, но не суть. Нужен очень ровный участок, красивый. Ну-ка, давайте посмотрим, как это работает. Мотыга. Смотрите, вспахал. Офигеть, вспахивается. Сейчас мы сделаем грядочку. Всего лишь маленькую скромную грядочку. Как-то так. Что это такое появляется? Теперь гоу за картошкой. Что ж, давайте сажать картошечку где-нибудь вот здесь. Я же сказал, скромненькая грядочка. Остальные просто сожжем. Только я вот что думаю. Нужна же вода наверняка. Эта земля высыхает. Вот в чем проблема. Ну-ка, плюх воду. О, картошка появилась, по-моему. Я ее быстро родил. Готово. Как могло столько разлиться? Все, убирайся, убирайся, вода. Давайте еще раз попробуем. Вот здесь посадим картошку. По идее, она должна расти. Видимо, нужно сделать немножко воды рядом. Оп. Да, вот. Вот это плодородная земля. А это фигня сухая. Кто там рядом только что шастал, я видел. Ты! Вот что бывает с теми, кто мою картошку хавать решил. Вот, смотрите, земля стала плодородной. Все, что прилегает к квадратику с водой, начинает становиться плодородным. И даже больше. Ну-ка, давайте попробуем еще вспахать разок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Надо посмотреть, насколько много хватает одного квадрата воды. Помог? О, кто? Кто издал этот звук? Кто издал этот звук?
Что это за мутант был? Утка, это ты? Или это ты сказал? Мне кажется, это мой попугай пытается меня испугать. А тем временем я вижу, что картошечка уже чуть-чуть проросла. И... Смотрите, земля продолжает становиться клевой. Неужели одного квадратика хватает? А может быть, дело и не в воде вовсе? Видите, какая-то часть земли начинает сохнуть. Или не знаю, что это с ней происходит. Рыхлой более становиться. Ее надо окучивать еще раз, чтобы она знала свое место. Ты ее несколько раз окучишь, и она поймет, что ей нельзя становиться такой. Нам нужно только плодородие. Продолжаем сажать картошку. Все, готово. Я бы мог посадить и морковку сюда, но нет. Это эксклюзивно картофельное поле. Давайте ради эксперимента вырыем еще здесь одну ямку и водичкой зальем. Так, сразу видите, какие интересные штуки происходят. Окей, окей, хорошо. Наверное, было бы здорово сделать ров. Ну что, это считается выполненным заданием или нет? Я думаю, считается. Смотрите. Следующее задание от Nice называется «Стрелок-неудачник». Сделай лук из стрелы, попади стрелой сам в себя. Это реально? Если это реально, я должен попасть в себя. Я должен выполнить это задание во что бы то ни стало. А вот и стрелы, кажется, подоспели. Ну-ка, что-нибудь получилось? Опа, одна стрела, как раз то, что нужно. Стоп, ночь. Ты что здесь делаешь в моем пруду, а? Что ты тут делаешь? А в целом, не так уж ты мне мешаешь, так что... Оставайся на месте. А я пойду спать, я устал. Что ж, пришло время выполнять задание. Ты здесь не один? У тебя тут друг с тобой? Полоскун, ты что, целую тусу себе подобных созвал, что ли? Да, хочется в какой-то веке пообщаться с кем-то интеллигентным, а не с тобой. Ведь твое зловонное дыхание просто невыносимо. Что ж, давайте-ка сделаем это задание, выполним его. Попасть в самого себя, хорошо. Ровно вверх направляем стрелу. Итак, раз, два, пли! Погодите, это возможно сделать, кажется. Давайте попробуем и снова. Бим! Каждый раз она в другую сторону. А если совсем чуть-чуть выстрелить? Оп, невысоко. О, я до сих пор ее вижу. До сих пор я вижу. Лови ее прямо. А! Я попал! Но так не совсем интересно. Я хочу это увидеть со стороны. Мне надо сделать чуть больше стрел. Ага, вот гравий мне нужно добывать. При добыче гравия есть шанс добыть и кремень. Не очень большой, правда. Вот, стрелы готовы. 8 штук я сделал. Итак, давайте-ка еще разок это сделаем. Хоп. Ага, так гораздо легче. Раз, он упадет. Ах, почти попал. Чуть-чуть слабее надо пустить ее. Так, еще разок. Кажется, высоко пальнул. А! Есть! Задание выполнено. Ну и последнее на сегодня задание называется «Лучший защитник». Тут 4 пункта. Первый. Добыть железо. Добыл. Добыть тыкву. Добыл. Сделать 4 железных блока. А как это делать? Как из этих слитков сделать железный блок? А, вот железный блок. Раз, два, три. А, мне не хватает. Мне не хватает железа. Ага, вот еще есть железная руда. А, как обидно, надо еще чуть-чуть железа нарубить. Стоп, что? Утка! Ты как туда попала? Я тебя спасу сейчас. Она сдохла. Возможно, я ударил случайно ее лопатой. Черт, не рассчитывал на это. Стой, утка? Ты спаслась? Нет, вообще-то это был не я. Ты спасла, я спас тебя, утка. Все, не благодари. Фух, пронесло. Свинья в опасности. А вот и железо. Я тебя долго искал. Давайте сразу зачистим всю эту пещеру. Потому что железо мне еще пригодится, я так чувствую. И не раз. Ха-ха, бежим домой скорее. Сколько друзей за мной бежит. И ты присоединяйся. Ау. Грубо. Так, все, быстренько спать. Быстренько напилить железо. Где железо? А, вот оно. Нам еще 3 слитка для одного блока нужно. А, точнее, все. Нам нужен был всего лишь один слиток. Окей. Железный блок. И последний пункт. Сделать железного голема. То есть мы сейчас замутим что-то двигающееся. Не верю, но давайте посмотрим. Раз, два, три, 4, 5. О, и правда. А что это такое? Ты мой друг? Ты теперь будешь охранять меня? Смотрите, он не понимает, какого хрена он здесь делает. Ну ладно, пойду.
хоть я вообще не понимаю, зачем меня создали. Черт. И даже глаза в разные стороны смотрят. Чё нос такой большой? Ой, ты зачем ты таким сделал, ублюдок? Отец, я тебя ненавижу. А, у него так быстро подростковый переходный период начался. Тупой батя, не понимаешь меня совсем. Ты куда пошел? Пойду поплачусь возле утки. А, нет, он патрулирует мой дом. Оставь меня, папа. Давайте сделаем ему братика сейчас. Сам, погодите, куда он ушел? Сынок! Сынок? Я не понял. Он просто свалил. Он исчез. А, вон он ходит. Ты какого фига там ходишь? Мало того, что ты не справляешься со своими обязанностями охранять меня, видишь вот этого чувака? Он здесь, он угрожает мне. Вместо этого ты пошел ходить по деревьям. Он просто свалил. Так, погоди, ты далеко собрался? Смотрит на меня. Я тебя изничтожу. Ты должен вернуться домой, срочно. Марш в свою комнату. Ненавижу тебя. А я тебя так люблю, сынок. Детям надо говорить, что ты их любишь всегда. Я тебя люблю. Вот. Давай, выплеси свой гнев. Молодец. А теперь иди домой, в свою комнату. Пока я добывал себе новое железо, мой сын, блудный сын, окончательно свалил. Что за отстойный голем? Очень свободолюбивый. Я растил его, растил. А он как мне отплатил? Больше я такой ошибки не допущу. Раз, два, три, четыре. И тыква сверху. Все, вот он, второй сын мой. Пап, я так тебя люблю. Ты не он. Что ж, задание выполнено, и если вы хотите, чтобы ваше задание попало в следующий видос, то пишите его обязательно. И, конечно же, лайкайте те задания, которые вам интересны. Таким образом, больше шансов, что я их увижу. И выполню их в следующем видосе. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. И если так, то буду очень рад вашему лайку. Я их два показал, буду рад двум лайкам. От каждого. От души вас всех, друзья, благодарю за то, что были со мной в этом видосе. Я очень надеюсь, что вы останетесь со мной, подписавшись на канал, особенно если вы здесь впервые. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видоса. Ну а с вами был Юджин, увидимся очень скоро, и всем напоследок 5!